моей спиной Монблан, но с итальянской стороны. Скальные бастионы, кулуары, какие-то ледниковые поля. Везде можно видеть старые следы спусков на лыжах и сноубордах. Люди катаются практически везде, где это возможно сделать. Чао, а тут я... Ищатори, альпинисты и русы. It's a very fantastic trip inside of Mont Blanc. All is okay. Общество гидов Курмайора в Италии основано более 150 лет назад. Профессия гида в Италии передается из поколения в поколение. Курмайор – сердце итальянских Альп. Отсюда люди совершали первые восхождения, строили приюты. Позже стали строить канатки. Firefly is heading for the tide. Just like me, he's been set free. Together we are going for a ride.
будет хорошо. Яху! Это нормальный спуск на ледник, на кучу фрирайдных маршрутов, которые начинаются с этого ледника. Когда все это строилось здесь лет 50-60 назад, а ледник был на 50 метров выше. И эта лестница заканчивалась буквально вот здесь. Ледники уходят, это факт. Лет здесь появится одно из самых сложных технических сооружений в горах. Канатная дорога, новая, современная, которая сменит старушечку, которая работает уже 50 лет здесь. Здесь масса маршрутов любой сложности. Альпинизм и фрирайд очень близки. Чтобы попасть на какие-то сложные, интересные линии, да, в какие-то кулуары, народ очень часто использует веревки, обвязки, ледовое оборудование. По улицам Оосте, это довольно-таки большой город. Он не похож совсем на те деревушки, в которых мы были раньше. Я почти итальянец. Oh,
connected into you. And now your love is like the ocean that I'm drifting through. Сегодня мы первый день поднялись в другой район. Валь-д'Аоста – это район Монте-Роза. Люди с гондолы выходят в разных направлениях. Кто-то скитур, кто-то будет спускаться в другую провинцию Пьямонт, в район Алани, в другую долину. Здесь очень большие горы и много возможностей именно для фрирайда, скитура. И именно в таком формате сюда приезжает много людей, которые любят целину и дикие склоны. Формально входит в состав Италии, но при этом это абсолютно автономный край. И долина Аоста не так велика. Ее протяженность немногим более 100 километров. Саней населяет народность вальсер. Эти люди пришли сюда в 13 веке через перевалы со стороны современной Швейцарии, чтобы найти новые плодородные земли и исследовать новые места. Вальсерцы живут у подножия Монте-Розы. Монте-Роза – это огромный массив, и в нем несколько десятков пиков высотой более 4000 метров. We only need the cards to survive.
that counts.